Знаете ли вы, что есть сосна обыкновенная, итальянская, черная австрийская, белая сосна и даже, представьте себе, погребальная? Третий год в селе Деревянное работает первое в нашей республике школьное лесничество. Идея эта, идея его создания, принадлежит учителю биологии Алексею Ивановичу Каменеву. Но главный лесничий, техники, лесники – все ребята. Минувшим летом главный лесничий Андрей Паньков и Алексей Иванович были приглашены на коллегию Министерства лесного хозяйства РСФСР. И за работу в лесничестве, в детском лесничестве, министр вручил им обоим именные часы. Хлопот полон рот. Очистка леса, посадка, проверка – это летом. А зимой, да еще при таких морозищах, как в этом году, главное – позаботиться о лесном зверье. Все мы много раз слышали – любите лес, берегите лес, любите природу. Повисят слова и уплывут, как дым. Но невозможно поверить, чтобы кто-нибудь из этих ребят сломал деревце, или не посадил в гнездо выпавшего птенца, или прогнал голодную лосиху.